свою жизнь я перепробовал множество банков, но никак не мог выбрать достойный. Все было не то. В одном банке слишком большие очереди, в другом банке слишком низкие проценты, в третьем вообще никто не работает. Но однажды я для себя выбрал и открыл двери банка Адмиралтейский и понял, это навсегда. Долго не мог понять, в чем секрет данного банка. Сравнивая его с другими, я выявил для себя 5 принципов безупречного сервиса. Свои научные наблюдения и сравнения я решил показать вам в нашей сегодняшней программе. Ну что, долго мне еще ждать? Долго. Не нравится? Не ждите. Здравствуйте, Андрей Викторович. Вы хотели сделать перевод? Можно ваш паспорт? Спасибо, что обратились в наш банк. Ждем вас снова. Здравствуйте, Андрей Викторович. Чем я могу помочь? Я хотел бы приобрести монету в подарок. Вы уверены, что платеж пройдет? Давайте, я сегодня все отправлю. Мне необходимо отправить перевод в Санкт-Петербург срочно. Жене нашли. Не волнуйтесь, я лично проконтролирую процесс. Paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few.